Добрый вечер, дорогие зрители. Мы начинаем серию передач про дудуки на русском языке. И сегодня нам посчастливилось побывать у одного великого, очень известного мастера, мастера Миши Садоева. Миша, добрый день. Нам очень добро приятно. Пожаловать. Спасибо, спасибо огромное. Нам очень приятно, что вы имеете какое-то, определили нам какое-то время и пригласили всегда нашу съемочную группу к вам ваш как этот мастерскую, музыкальную мастерскую. Нам очень приятно, и я думаю, нашим русскоговорящим слушателям будет очень приятно узнать, какие инструменты вы делаете, какие виды дудуков бывают, сколько лет вы занимаетесь этим изготовлениями дудука. И я знаю, что вашими инструментами играют очень известные дудукисты и музыканты во всем мире. И нам еще раз очень приятно для русскоговорящих наших зрителей нашего канала и для особенно жителей СНГ и России. И всего бывшего Советского Союза. Миша, еще раз добрый день. Добро пожаловать. Добрый день. И давайте начнем с вопроса. Сколько лет вы уже играете на дудуке? Ну, на дудуке, это я скажу, где-то с 71-го года. 71-го года. Вот, перед уже этим я играл на барабане. Да, то есть вы были музыкантом? Наша семья, музыкальная семья. Значит, 5 братьев у нас, 2 сестры, сестра певица, братья мои и в Москве, и в Ростове, и везде, там музыканты. Ну, у них школа тоже есть, дудуков и барабанщиков. Значит, но я занят с 70 после армии, начал этот изготовление. Сперва взял из бамбука, из камыша сделал дудуки. Потом после уже все уже пришло в свое. Наладилось. Уже поставил на свои места. Ну, я изготовляю 13 видов. Дудуков, 13 видов. Там если можете чуточку погромче, чтобы камера. Значит, 13 видов. Вот эти, зачем 13 видов? Допустим, у одного певца, допустим, басовый, там у девушек и женщин, они уже высокая тональность. По тональности изготовляю дудуки. Знаете, да. Удивительно, что я знал, что только есть 7 этих ключей, 7 видов дудуков. Оказывается, что их можно и сделать такие на спецзаказ. То есть, можно изготовить 13 видов разных. Да. Но я очень примитивно скажу вам. По шестой палец звучание, допустим, ля. Ля, потом шестой палец. Это А-дудук. А-дудук, самый популярный там дудук. Потом си бемоль. Потом шестой палец си бемоль. Шестой палец си. Шестой палец до. Шестой палец до диез. Шестой палец. Вот так и получается в итоге. Два дудука. Басовый шестой палец, допустим, соль. И пикколо получается. Шестой палец соль. В разных октавах. В разных октавах. И потому уже получается 13. А так 12. Видите, очень интересно. Мастер Миша также изготовляет другие музыкальные инструменты. Я сейчас попрошу, чтобы он нам их показал. Я вижу, что значит, здесь есть... Значит, это мы сделали из, как сказать, этот не армянский национальный инструмент, паку называется. Это взято из волынки. Из волынки. Из волынки. Здесь вот это танцевается и
циркуляцию делаешь и волынку, вот кожанка, кожа там из козлинная. А это сделано из коровьего рога? Из коровьего рога. Но в основном самый популярный инструмент мы знаем, что это дудук, и дудук изготавливается из абрикосового дерева. Из абрикосового дерева. Значит, у нас бывает абрикосовое дерево, значит, это косточка горькая. Ну, это дикий абрикос. Дикий абрикос. Это самое хорошее. Ее дерево очень, эти клетки, они сжаты. Очень трудно, это мешок бумагонца. То есть очень-очень трудно работать над этим деревом, очень трудно, что оно жесткое. Оно очень жесткое, такое, крепкое дерево. Вот да. Так. А вот из вот этого другой абрикосовый, абрикоса уже не, вот, получается вот такой дудук или такой, или мы делаем из этого абрикосового дерева зурны разные в разных тональностях. Я изготовляю зурны в разных тональностях. Да, я знаю, что у мастера Миши зурна во всем Кавказе и в Армении он считается самым хорошим изготовителем и зурны, и допустим, таких музыкальных инструментов. Здесь раз, два, три строя, четыре строя зурны здесь. Да, я вижу, да, разные, строя. Там еще один, по-моему, да. Такой с востока. Это. Миша, давайте поговорим про дудуки. Какой самый популярный дудук? Самый популярный, вот этот ляйный дудук. Шестой палец звучит ля. То есть, ну, вот это, ну, тоже, да? Это тоже, точно. Просто точно. Здесь надо регулировку сделать. Вот, пожалуйста, регулировку сделать надо. Потом привести в строй. В строй. Конечная регулировка, чтобы инструмент уже звучал правильно. А вот этот мой штамп. Да, это ваша, да. Если я штамп поставил на вот мои инструменты, вот, значит, это полуфабрика. Да, любой инструмент, да, который вот, не вот, получается, да, на нем не считается штамп, и он это, не продается. Это не конечный. Значит, это не конечный. Из него делается дрова на шашлыке. Нет, можно и дрова на шашлык сделать. Но, вот, допустим, этот инструмент, это все не конечное. Только надо строй делать, уже профессиональным будет. Очень хорошо. Миша, я вижу, что у вас многочисленные награды, да, и грамоты, почетные грамоты, ну, от президента республики, от Министерства культуры. Да. Золотая медаль, вот это, золотая медаль министра культуры, а вот этот президент Серж Саргсян. Сам президент вручил. Очень хорошо, отлично. Миша, а во скольких странах вы побывали? С концертами? Значит, в этом году, в феврале, вон наша афиша. Да? Вот афиша. 2020 в феврале, 23-го, 4-го был. Ну, 17 февраля в Париже, во Франции был, и в Швейцарии. В Швейцарии, Женеве был, концерты дали. Но я представлял бизнес, этот, ну, не бизнес, как, ну, нас, этот, как говорят, сейчас вспомню, мастер-класс. Миша, а во скольких странах вы вообще Я уже не помню, больше 35 стран. Больше, чем в 35 странах мастер Миша давал всю концерты. Всю Европу, весь мир объездили. Иран, в Индию, во Вьетнам, в Китай, в Корею был позапрошлом, в 18 году. В Корее. Южную, вон афиша там. Афиша, окей, очень хорошо. Миша, а сколько лет вы уже изготавливаете? Ну, я после армии.
когда начал играть на кларнете. И здесь у нас принято свадьбы играть обязательно на зурне, можно, должны были играть. Потом начал уже, ты если музыкант, ты должен продвигаться вперед, чтобы не то, что остановиться на, только на одном дудуке, и на все инструменты ты должен изготавливать. И свирель, разные строи делаю, ну, камыши, вот эти, вот эти железки отзурные, вот это называется мил, это делано из, допустим, Нексенберга материал, из серебра можно сделать, из золота можно, ну из золота не делаю, очень дорого. Сереб... да, да, уже там дорогое, там утечка много, я не делаю. Миша, это... А сколько лет вы уже вот изготовляете вот дудуки? Уже сколько ну, лет? Уже где-то 40-50 лет. 50 лет? Да. После армии начал. После армии начал. Вот мастер Миша уже больше чем 50 лет уже изготовляет, работает и уже усовершенствовал этот инструмент, дудук, и мы видим прекрасное абрикосовое дерево. Раньше я играл, вот в эти уже 10 лет я представляю как мастер-класс. Мастер-класс, ну, учеников, то. А в других, когда сейчас мастер-класс показываю в этих странах, 10. Перед этим я с ансамблями, солист я. Ну, вы также? Солист с ансамблями, с танцевальными, с этим народным инструментом бывал за границей. Миша, я хотел, вот это камыш для дудука, да? Да. Это камыши для дудука, это а-дудук, да, у нас? Да, это а-дудук, и он сделан, дудук делается, настоящий дудук делается только из абрикосового дерева. Да. Пробовали из другого дерева, но... Нет, зачем мы из абрикосового дерева делаем? Потому что абрикосовое дерево после обработки очень, допустим, очень тонкое дерево сразу лопается. После обработки оно уже не лопается, привыкает к холоду и к жаре, к сырости. Выносливое. Вот, да. И звук получается. Звук тоже очень приятный. Я слышал, что молекулярная структура абрикоса, ну, наверное, дикого абрикоса, очень близка к металлу. То есть оно такое очень такое сильное, такое, ну, как сказать. Вот эти клетки, я так перед этим сказал, которые дерево, косточки, эти горькие, вот это дерево очень трудно обрабатывается, понимаете? Ну да, конечно, если оно такое вот жесткое. Это, вот, допустим, к примеру, эбонит и эбенос дерево. Эбонит, как звучание, там клетки нету, прямо звук выходит. А эбенос, там звук... по теринах, как говорят, ударяет по стенкам. И но это не армянские деревья, да? Это в Индийском океане эбенос. Специальные деревья. Но деревья. Настоящий дудук все равно делается из абрикоса. Из абрикосового лучше. Я мне все равно из любого дерева сделать, но только звучание... Это абрикосовое дерево, другое, понимаете? Окей, да, дорогие наши друзья, русскоговорящие зрители нашего канала. Миша Джан, хотите нам что-то быстренько сыграть на дудуке, показать да. ваш дудук? Да, вот, я хотел еще напомнить один. У меня много программ были насчет
учить молодое поколение. Программа Армении, Министерство культуры Армении. Первая программа была 7 лет тому назад. И в прошлом году, и в этом году, с марта месяца по сентября, должна быть вторая программа. Когда уже вирус попал. Да, все остановилось. Все остановилось. Культуры, но посмотрим. Что? Но эта программа в силе. Окей, будем ждать. Попросим мастер Мишу показать нам звучание. Это дудук и ля. А, дудук, это да? Ля дудук моего изготовления штамп. Свадьбах, и в ансамблях, и на похоронах. Вот так. Этот дудук не только играется на похоронах. Грусть. Вот я скажу, вот если два дудука, один аккомпаниатор и с барабаном, другой солист, это уже другой звук, другой получается. Мир получается, да, конечно, да, дудук играется из соло. Другой мир. Это раньше на свадьбах играли только дудук и
вот и аккомпаниатор и барабан. Барабан, армянский двор. Да. Ну, очень, очень интересно, что сам инструмент можно играть соло, и можно играть с певцами, певицами, с другими музыкальными инструментами. Российским. Даже с оркестром. С оркестром, российским или европейским, или африканским. Можно дудук там поставить, вот этот тембр. Ну, окей, другой. Очень... Уже оркестр получается другой, понимаете? Да, ну, я видел видео по Ютубу, очень красиво получается звучание. Мишаджан, есть что-то, что хотели добавить, чтобы поделиться с нашими зрителями нашего канала? Я хочу поблагодарить вас, чтобы вы рекламу делаете дудук. Желаю всем министерствам культуры мира все инструменты, плохих инструментов нету. Надо Бартель Арачев, надо продвигать эти инструменты вперед, чтобы люди. Вот это Арвестов Рураханан. Вот искусство... веселье, все было. И одно желаю, чтобы вот этот болезнь, этот вирус ушел поскорее, чтобы люди не пострадали, жили, как жили раньше, с Божьей помощью. Окей, аминь. Мишаджан, вы, наверное, в других видео, да, мы потом посетим вас, и, наверное, пожалуйста, еще раз вы нам покажете другие музыкальные инструменты, да, в вашем доме или в другом месте, когда вы пожелаете. Пожалуйста. Огромное спасибо, что всегда вы пригласили нас. Всегда пожалуйста. Всегда пожалуйста. Да, я хочу еще раз поблагодарить мастер Миш, что он пригласил нас к себе в мастерскую и показал. Это не моя мастерская, это общая наша мастерская. Ну, мастер Миш вот, из музыкальной семьи. Вот эти струнные инструменты мой старший брат. Он делает. Все вот эти, вот это, все авторские его инструменты. Вот этот басовый ут, который в Армении только один. Это сделан для государственный ансамбль струнных инструментов Армении, Еревана. Вот очень интересно, я вот тоже первый раз вижу сам... Очень, самому очень интересно. Мишаджан, огромное спасибо, пожалуйста, что вы нас пригласили. Тогда мы будем прощаться, и мы надеемся, что вы нас пригласите еще, покажете больше инструментов, зурна, паку, и, может, другие. В другой раз зурну буду играть, пригласим барабанщика. Очень хорошо, дорогие друзья. Если вы хотите приобрести дудук или музыкальный инструмент, сделанный Михаилом Садоевым, пожалуйста, будет ссылка, пишите, обращайтесь, и мы вам поможем приобрести этот замечательный, уникальный инструмент. Большое спасибо, Мишаджан. До новых встреч. Всем привет. Удачи, здоровья.